Самая почитаемая восточная пряность тмин теперь белорусского производства. Промышленный урожай культуры вырастили учащиеся Жлобинского аграрно-технического колледжа. Первую партию уже отправили на местный хлебозавод, причем по оценке специалистов качество семян выше, чем у импортных аналогов. 2 тонны с 2 гектаров плюс 2 года ожидания. И на учебных полях Жлобинского аграрно-технического колледжа созрел первый в Беларуси промышленный урожай тмина. Лабораторные исследования показали, что белорусский тмин отличного качества. А еще он в 2 раза дешевле импортного. И жаль, камера не может передать тот запах, который сейчас в этой лаборатории. Свойства тмина сейчас изучают и те, кто учится в колледже на повара. А непосредственно будущие аграрии теперь знают все о том, как выращивать неприхотливую пряность. Тмин – это новая для нас культура. Она нам очень интересна. Нам нравится, как она цветет. Нам нравится ее пахать, собирать. Потом мы это опускаем на приправы. Пололи ее и высушивали. Мы будем расширять посевы. Будем дальше работать над этой культурой. Первые собранные 250 килограммов тмина уже купил местный хлебозавод. На очереди Жлобинский мясокомбинат. Таким образом, в колледже реализуют свою собственную программу импортозамещения. На сегодняшний день мы отправили на все хлебозаводы и мясокомбинаты области наши коммерческие предложения. Вот. Надеемся, что руководители, производители, обратят на нас внимание, а технологи, естественно, разработают хорошую, качественную, полезную продукцию с нашего сырья. Расставаться с урожаем до последнего зернышка в колледже не планируют. Тмин оставят на семена. А еще его уже используют повара в колледже. Очень полезен он для всех, как для маленьких, так и для взрослых. И капуста с тмином имеет вкус неповторимый. Вот попробуйте вот действительно когда-нибудь сделать. Вы ничего не пожалеете. В следующем году в Жлобинском аграрном колледже площадь под тмин планируют увеличить вдвое. Причем здесь уверены, что специи заинтересуются не только в пищевой промышленности, но и в сфере медицины и косметологии, а также в сельском хозяйстве. Ароматическая добавка из тмина повышает качество и продуктивность молока. Ольга Холодович, Александр Мурашкин, агентство теленовостей «Жлобин».